Итак, всем привет. Сегодня, как и обещал, я вам расскажу, как возвращать свои деньги и на своем примере личном покажу, как я возвращаю деньги с покупок на AliExpress. Я уже подобную вещь демонстрировал, и она называлась Бэкли. Но о Бэкли и вот этой программе партнерки можно как бы говорить часами. То есть лучше либо вот на этой сидеть, если вы только на Али покупаете. Если вам нужно что-то универсальное, только Бэкли. Данная партнерка работает только с Алиэкспрессом. В будущем они развиваются, планируют какие-то другие магазины подключить. И почему я вам предлагаю именно регистрироваться, в первую очередь бежать на этой партнерке, если вы часто покупаете, даже если не часто покупаете. Все дело в том, что именно этой программой запичкан весь интернет. Это не программа, вернее, партнерская система, которая запичкана весь интернет, продам курс, бесплатные деньги, там вот то, что я рассказывал. То есть именно надувает людей, то есть продают именно ссылку на этот сайт. То есть это партнерская программа, которая позволяет по договору возвращать из-за рекламных каких-то акций вплоть до 8%. Они обещают даже до 9%, если народу будет больше. Это, как видим, вот всего 3500 человек. На какой-то стадии они там переплюнут, но я потом покажу. Дело не в этом. Короче, ребят, предлагаю вам ознакомиться с данным проектом. По поводу рефералки. Ребят, под видео размещена моя реферальная ссылка. По ней вы ничего не теряете. Также вы можете свою реферальную ссылку размещать где-то у себя на проектах и, соответственно, приглашать тем самым к себе людей. То есть по этой партнерке вы будете получать там какой-то крохотный процент, но это тоже приятно. Тоже приятно. А я вам сейчас покажу, как реально возвращать больше 8% за товар. Итак, для начала мы заходим. Ссылка, кстати, будет по рефералке под видео или на сайте в статье. Переходите, соответственно, вот у вас появляется вот такое окошко. Здесь нужно будет пройти регистрацию. Регистрация тут довольно-таки простая. Логин, имейл, пароль, все на русском языке. То есть можете дополнительно телефон оставить и скайп. Все это конфиденциально и никому это все дело вредить не будет. Я не могу заполнить, там в партнерское такое соглашение есть. Могут забанить, если узнают. Поэтому, ребят, заполняйте данные, нажимаете регистрацию. Сейчас мы переходим с вами именно в форму мою. Вот она, площадка. Вот я сегодня заработал больше $10, вернул за свои покупки. Сейчас я вам покажу покупки, и мы с вами совершим на примере покупку и посмотрим, как это дело выводится. Итак, вот у меня на вывод, видите, $96, только надо подождать, пока я получу, например, или кто-то получит товар, который по моим ссылкам переходит. Соответственно, и через какой-то месяц, там два, там начинают деньги понемножку вот сюда накапливаться. Я покажу также, что я выводил. Это не лохотрон, ребята. Это система, которая просто возвращает вам часть денег с покупок. Понимаете? Это, как это вам сказать? Вот смотрите. Для начала надо расставить все точки над «и». Это такая партнерская программа, которая работает с клиентами. То есть, если вы очень много покупок делаете, это ваша программа. Если вы одну покупку делаете в полгода, вам вообще нет смысла что-то подобное себе ставить. Если у вас есть, например, свой проект, например, сайт, да, вот у меня есть два сайта, даже больше. Если есть канал на YouTube, вы делаете покупки в интернет-магазинах, например, на AliExpress, да, или на других eBay там и так далее, то тогда Бэкли вам, если у вас другие магазины. Если на Али, лучше эту. Лучше этой нет ничего. Итак, делаете покупки на Али, для обзоров покупаете, соответственно, товар на Алиэкспрессе, да? Чтобы вам экономить с этих покупок, вы можете воспользоваться этой ссылкой. Также, если вы ту же самую ссылку, по которой вы купили, будете публиковать под видео, соответственно, с описанием товара, который вы демонстрируете, вы будете на ней немножко зарабатывать.
много заработать не получится, но тот, кто хочет, он всегда добьется. Я зарабатываю здесь примерно около $20 в месяц. Ну, это кто-то скажет немного, но с курсом бакса, с миру по нитке, то есть для поддержки моего проекта я поступаю так. Так что, ребят, если вас заинтересовала подобная система, просто я не настаиваю, но я рекомендую вам перейти по рефералке, зарегистрироваться и начинать делать то же самое. Я не знаю, может снять еще видео, как покупать на Али со всеми подробностями. Но по поводу регистрации сложновато будет, потому что, блин, надо как-то затирать. Итак, давайте приступим. Итак, что у нас есть? Вот мы зарегистрировались. Дальше мы должны настроить наши площадки. Наши площадки, где вы будете размещать рекламу. То есть обязательно это условие делайте в первую очередь. Нажимаем добавление площадки. Здесь пишем, например, проект. Если у вас YouTube канал, то пишите, соответственно, вход в профиль. То есть, видите, у меня два канала YouTube, я пишу два канала в профиль. Далее, после того, как вам это одобрят, переходим в мой профиль. Здесь вы должны заполнить все, что пустое. То есть... Если контакты, вот, почтовый адрес, вот. И что тут я еще делал? Так, ну, может быть, пароль, я не знаю. Итак, ну, вы разберетесь, увидите, чего здесь не хватает и, соответственно, добавите. Самое главное, чтобы у вас были тут, ну, данные ваши. И самое главное, ребят, чтобы вам этой пользоваться системой, у вас должен быть кошелек из следующих, которые вы видите у меня на экране. Это Kiwi, это WebMoney, это ePayments я не рекомендую, потому что это зарубежный кошелек, и с ним работать, блин, себе дороже, там очень большая комиссия, либо WebMoney. То есть, соответственно, когда вы добавляете кошелек, вам предложат вот эти вот варианты, там получается сколько, 5 вариантов, есть Wire Transfer, я не знаю, что это такое, но минимальный объем комиссии 50%. Боже упаси, как бы при выводе $10 еще 50 баксов как бы у тебя могут отнять. Ну, соответственно, платеж не пройдет, пока у тебя не будет $100. Соответственно, $50 из них будет комиссия. То есть это вот для меня лично сразу отпадает. Поначалу, почему я, когда Бекли снимал обзор, эту не давал, потому что у нее было всего лишь два вида или три вида вывода. Это вот эта вот, вон та дорогая, и, если не ошибаюсь, WebMoney. Все. Большинство людей, как и я, WebMoney не очень любят, либо не пользуются, либо нет кошелька, но у многих есть Kiwi. Kiwi появилась сразу после WebMoney, это меня очень обрадовало, и после этого именно я начал говорить, что надо будет снять ролик, показать вам, как выводить. Не как выводить, вернее, а как зарабатывать. Соответственно, вывод денег вот у меня внизу. Вы можете посмотреть по датам. Не так много я получал, но я не так давно и работаю. То есть, как видим, начал получать с 11 числа, хотя ссылками я пользуюсь где-то примерно с 9 месяца. То есть где-то через 2 месяца у меня на балансе начали собираться денежки. По чуть-чуть, с миру по нитке, ребят. И это пассивный доход. Основным его сделать очень сложно, если вы не спамер, если вы не будете всех закидывать этими ссылками. Те ссылки, которые, например, я размещаю, я не знаю, это будет между нами, да, я знаю, что мало, наверное, народу посмотрит этот ролик. Те ссылки, которые размещаю я, это либо 100% уверенность в продавце, либо тот же самый товар, тот же самый продавец, у которого я купил. И я вам по секрету скажу, что сначала покупаю я, а потом обычно либо люди покупают, либо не покупают. Но эту ссылку я размещаю под тем товаром, который, соответственно, я уже купил. И который я говорю, что, ребят, берите, цена супер на сегодняшний момент. Многие просто не верят, не берут, но неважно. Многие там уже взяли, кому-то не надо. Неважно. Ну, бывает всякое, понимаете? Итак, ну вот с миру по нитке мы собираем. Там через месяц-два начинает вот здесь вот собираться доллары.
То есть там центы, доллары, в зависимости от того, как у вас там располагает это дело. Ну, в последнее время, так как я перешел на покупку товаров, я сейчас вам еще расскажу. Видео, ребята, извините, будет долго, но хочется рассказать все, чтобы, ну, у вас сомнений не было. Во-первых, вот видим, моя текущая ставка всего 8,5. Если, вот тут написано, так, кстати, можно участвовать в розыгрыше подарков, нажимаем, переходим там. Ну, соответственно, раз в неделю это происходит. Так, сумма заказов в текущем месяце, внимание, при подсчете подтвержденного оборота, учитывается заказ в статусах подтвержденной проверка. То есть, если вот эта вот сумма будет там выше определенной, где-то я читал такую вещь, то ли вот сюда по вопросику переходил, то переходит на 9% и так далее. Вот. Если сумма подтвержденных заказов в месяц превышает 10 тысяч долларов, то все заказы будут не 8,5%, а 9%. То есть тут ребята вообще честные, мне это очень нравится, и с ними работать очень приятно. Итак, давайте продолжим. Соответственно, вот у вас тут доллары насобирались, 10 долларов у вас здесь появилось, вы можете нажать кнопку, здесь появляется «Вывести», и вот, вот это вот становится активно. Видите, при балансе больше 10 долларов эта кнопка становится активна, вы можете запросить вывод. Соответственно, выбирайте кошелек, на который вам надо вывести, и вперед. Также вам при регистрации кошельков вам потребуется их подтвердить. Это либо приходит на почту сообщение, либо на телефон. Ну, честно говоря, я не помню, вроде мне на телефон где-то приходило. Рекомендую самые распространенные способы, чтобы вам было проще рассчитываться, либо получать деньги, возвращать. Kiwi и WebMoney. WebMoney, если не ошибаюсь, работает на eBay. Можно вывести бабло. Kiwi работает вроде бы и на eBay, и на AliExpress точно можно купить через Kiwi. То есть Kiwi зарегистрировать номер телефона, соответственно, вводите данные, пароль. Обязательно в Kiwi ставьте, что на год, чтобы не менялся, а то вы потом не забудете. И чтобы вам смена пароля идет либо смс-кой, либо на e-mail, соответственно, чтобы не потеряться. Это я показывать не буду. Куча роликов, если вы не знаете, как зарегистрироваться, находим. Как зарегистрироваться в Kiwi, например, или в Яндекс.Мани, на YouTube ролик. И, ребят, вперед. Итак, я вам покажу, как можно смотреть статистику по вашим доходам. Соответственно, вот видите, да, это сегодня у нас 21 число, уже 22, ну неважно. А тут 21 идет чуть ли не до утра, я не знаю по какому времени они тут, но, наверное, по московскому. По новосибирскому уже 22, а тут 21. Вот я недавно купил новый контроллер себе и Powerbank. Вот смотрите. Я вам сначала покажу, что это реально так. И, соответственно, эти ссылки я даю. Вот, смотрите. Видите, 40 МППТ контроллер. Цена 119 долларов. Доход с этих 119 долларов составил 10,19 центов. И внешний аккумуляторный. Это Powerbank, короче, на 6 аккумуляторов. Доход 18 центов, покупка составила 2,17. Итак, ну сейчас я вам сначала покажу. Так, это вот этот Powerbank, 200 рублей примерно там цена. На самом деле там было 100 с копейками, это мой первый сайт. Пилинг 1, на котором я ссылки как раз чаще хочу размещать. Как раз интересных лотов, которые я сам беру, либо я бы взял, так скажем, либо... очень хорошие цены. То есть здесь это все можно найти. Соответственно, чем старше ссылка, тем вероятность того, что цена адекватная, меньше. Я придумал такую систему, что, во-первых, у меня на сайте видна дата. Соответственно, заходим. Классный Powerbank у меня есть, надо все обзор снять. Заходим сюда, и мы тут видим цену. То есть 350 рублей цена данного лота. Итак, нажимаем ссылку. 340 рублей. Ну, я специально завысил чуть-чуть на курс. То есть, вообще, вот как бы вот так вот берем, копируем и вставляем в сайт. Как видим, как
Это делается. Этот лот я уже купил. Он у меня вчера куплен. Так, сегодня у меня куплен. Вот, синенький, синенький. Вот этот вот. Так. Итак, вот 184 рубля. Если посмотреть вот здесь снизу, вот здесь как раз партнерская ссылка, это и виднеется. И большинство ютуберов, которые говорят, мы не зарабатываем на вас. Или перейдите вот по нашей ссылке на Али. И вот многие такие переходят, покупают, и народ себе бабульки гребет, и при этом там ссылка либо продавец непроверенный, либо всякое такое бывает, да. Очень редко порядочных людей встретишь, но я таких знаю. Они, в принципе, на Ютубе тоже есть, ребят. Кстати, Китай рулит, прям на этом только бабки зарабатывает. Он хихихаха, да, там с Ютуба гребет по 1000 долларов. Ну, молодец парень, да. И еще и Бекли ему процент отстегивает. В общем, это надо вырезать или не вырезать. Ладно, все равно мало народу посмотрит. Итак, то есть вот она ссылка. Прям вот она. Итак, нажимаем, переходим. 184 рубля, по идее, тут должна цена быть. Это на сегодняшний день. Так, цены нету, блин. Это из-за того, что это по акции. Видите, там 2 дня осталось. Но я купил, короче, я из цены прям скопировал. Итак, что бы сделать-то такое? Что бы посмотреть? Давайте посмотрим, может, какую-нибудь вещь куплю и вам покажу. Кстати, давайте дальше. Про контроллер, который там за 10 баксов. Чтоб не было у вас такого, что это купил кто-то. Ребята, вот эта ссылка. Сегодня я опубликовал 22-е. Заходим. Вот я описание его опубликовал. И написал обязательно, что цена 10-160. На сегодняшний день это самая маленькая цена за 40-амперный контроллер. Там что-то в районе 20 амперного стоит примерно столько. Вот она. Переходим. Это уже мы по партнерке переходим. И, ну, вот здесь не обращайте внимания, Бекли. У меня просто все тут подключено. Это мне надо было раньше. Сейчас надо винду перестанавливать. Итак, после этого как бы я нажал купить, подтвердил, там купил, ТРП, ввел паспортные данные, попросили. Но об этом я, может, в другой раз расскажу. И, соответственно, мои заказы, кто не верит, ребят, я самый первый покупаю. И видим, платеж проверяется. Но, к сожалению, отказываться я не буду. И это вы можете проверить. Я думаю, пройдет. Придет, вернее, потому что я дал полные данные. Мне запросили из-за того, что доставка, короче, проплачена. Она, походу, дорогая будет какая-то экспрессом. Потому что, ну, и тяжелая. Соответственно, будет проходить таможню. Я надеюсь, больше никаких пошлин с меня не сдерут. Короче, вот цена 10 тысяч. Платеж проверяется. А вот в этой вот штуке, да, вот видите, нет данных. Это потому, что платеж проверяется. Но доход составит 10 долларов, если вот все будет окей. В статусе ожидания, это значит, вывести эти деньги нельзя, пока товар не придет. То есть это грамотный ход такой. Итак, я вот все смотрел, что бы себе такое еще взять-то. Но денег, к сожалению, нет. И это самая последняя моя, наверное, в этом году дорогая покупка с тех денег, я тихо говорю, ночью снимаю, которые я смог заработать. Все. На остальные деньги я просто буду выживать. Не жить, а выживать. Сейчас еще надо доделать зубы. Ну, короче, ребят, вот таким нехитрым способом можно зарабатывать. Если кому-то непонятно, я постараюсь еще поподробнее. Итак, реферальные ссылки, ребят, по которым вы можете привлекать людей. Ну, соответственно, вы снимите ролик для того, чтобы их привлечь, для того, чтобы они не испугались реально. В этом обмана никакого нет. Многие ютуберы, прям гигантские ютуберы, зарабатывают на этом баблос, многие сайты зарабатывают. И в этом ничего такого нет. Никто с этого не теряет. У вас деньги при покупке не отнимают. Вы также покупаете. Просто партнерка из-за того, что она привлекает на сайт людей в виде небольшой выплаты комиссии, да, доход,
в виде дохода. То есть вы покупаете или кто-то покупает, и вам за это маленький процент отстегивает. Больше клиентов идет покупать на AliExpress, соответственно, те часть своей прибыли отдают как бы партнерке. Ну, такой круговорот. Сначала AliExpress себе берет, потом берет вот этот партнерка. И, соответственно, третий вы. Вы можете и покупать, и быть и первым, и третьим, да, то есть везде в плюсе. И вот смотрите, вот громаднейший плюс вот пользоваться вот этой системой, это вот как раз про этот контроллер. Цена его 10 160 рублей 57 копеек. Вывести, так, статистика, так. Я скинул себе, ну, 10 баксов, это сейчас почти 900 рублей, ребят. 900 рублей я сэкономил. То есть мне этот контроллер обошелся, грубо говоря, в 9100 рублей. Ну, в 9200 рублей. Представьте. На эти 900 рублей, например, я смогу что-нибудь купить другое. Ну, соответственно, либо сэкономить. Ну, я рекомендую вообще, как бы, не подходить вот с таким вот. То есть я куплю себе больше, вы покупаете только то, что нужно вам. Эта система поможет вам немножко либо заработать, либо, соответственно, сэкономить. Итак, как предлагают вот эти вот мнимые халявщики, которые продают свои курсы, блин, на всем просторе интернета, заработать? Это когда мы создаем якобы такую ссылку, да, и пихаем ее всем своим друзьям. Кто-то по ней зайдет и купит. Это громадный минус, короче. Ну, то есть, это, во-первых, вот эта вот партнерка превращается в что-то недосягаемое. На самом деле, это все очень просто. И этим, ребята, надо пользоваться. Это как дискаунт. То есть, у каждого из вас есть карточка, там, 5-3%, да, скидки в магазинах. У кого-то платиновая, там, 20%. И это то же самое. Только в интернет-магазинах. Все. Вот ваша платиновая карточка. От 8,5% до 12% вы можете с ней просто получить. То есть, чем больше будет вывод денег, чем больше будет народу зарабатывать, тем больше будет процент. Все. Давайте приступим к тому, чтобы разобраться, как добавить ссылку. Итак, давайте найдем какой-нибудь товар. Давайте перейдем вот в магазинчик. Итак, короче, будем покупать с вами линзу. Линзу на 50 ватт. То есть мне такая как раз нужна. Так, как мы делаем с вами? Итак, ну, соответственно, заходим в инструменты. Здесь нам надо понадобится такая ссылка, партнерская ссылка. Здесь мы вставляем описание. Берем, копируем полностью ссылку. Вставляем сюда. Нажимаем создать партнерскую ссылку. Это все делается за секунды. Вот наша ссылка. Она может быть вот такой длинной, но обычно она красивая и вот такая. То есть ее приятнее использовать, где-то на ресурсах вбивать. То есть вот это вот супер-пупер. Берем, копируем ее, открываем новое окно, вставляем ссылку, нажимаем кнопку Enter. Кстати, давайте сразу зайдем в статистику и смотрим, что никаких тут покупок нема. То есть вот две покупки, 10.37, делаем купить, оплачиваем. Давай, давай. Оплатили. Она у нас появилась в заказах. Вот она. Платеж проверяется. 209 рублей. Вот он, Powerbank 183. То есть я примерно получу где-то 18 центов, 20 центов, может быть, даже повезет. То есть у нас здесь было 10.37. Сейчас нужно какое-то время подождать. 10.37. Ждем, ждем, ждем. Итак, ребят, платеж пришел. Вот у нас появилось 3.57 стало. В письмо пришло такое. Платеж пришел. И, блин, я реально ждал 11 минут.
Так, письмо удаляем. Итак, смотрим сюда, чтобы все без обмана. Вот, смотрите. Вот появился контроллер, что оплачено. То есть, раньше не было этого. И вот то, что появилась эта ссылка. Можно перейти по ней на AliExpress и убедиться, то, что это она. Вот. 209.28. И вот же она, 209.28. То есть, все прекрасно работает. С этого, да, 20 центов я заработал. С Powerbank я 18 центов заработал. То есть, возвратил себе со своих же денег. То есть, это очень классная вещь. Так что, ребята, пользуйтесь. Я надеюсь, все понятно. Если нет, подскажу. Тут также можно развивать эту тему и на сайте. Но, честно говоря, на сайте размещаете баннеры, по ним переходы нулевые, там 1-2, и никто ничего не берет. Поэтому единственный выход — это, и честно будет по отношению постояльцам ваших проектов, то, что вы будете им давать ссылки так, и покупать через них сами будете. То есть, а если они еще могут зарегистрироваться в этой системе и возвращать все деньги, то это плюс для всех. Опять же говорю, что данная система будет работать только тогда, когда у вас очень много покупок. Если у вас покупки дорогостоящие, да, как у меня, то есть в месяц вы будете, ну, в принципе, возвращать прилично. Но это самая крупная моя покупка, наверное, за год. По такой цене именно за границей. То есть я уже давно ничего не покупаю, как доллар перешагнул порог 30. То есть старался минимализировать это все. Но так как смотрю, что будет больше 100 или 100 долларов стоит рублей, и поэтому я решил все-таки купить себе какую-то для начала, хоть показать вам МППТ-шку, поковырять. И на этом я спешу откланяться. Ребят, пользуйтесь ей. Это то же самое, что и пластиковая карточка. То есть на дисконт, на скидка, короче. Вы просто приходите, покупаете и радуетесь тому, что вы еще с этого... Мало того, что вы покупаете на Али, на проектах других, eBay, там, интернет-магазинах дешево, да, так вы еще можете с этого деньги возвращать. Сразу говорю, что вот с этой программы можно легко вывести деньги, также можно легко их получить. С Бекли же, к сожалению, там очень все сложно. На личности мы переходить не будем. И, ребят, с AliExpress только этой программы. А Бекли только все остальные, потому что, ну, к сожалению, как это сказать, не внушает доверия то, что у них и всего там 4% стоимость возврата денег. Здесь больше 8 и вплоть до 12 будет. Так что милости просим. Подписываемся на канал. Подписываемся по рефералке и возвращаем себе свои же деньги с покупок на AliExpress. Я надеюсь, ваши покупки станут приятней, а с тем, что вы сэкономите, вы сможете еще и больше купить, если вам что-то понадобится. Либо насобирать здесь деньги, не обязательно выводить, например, сегодня, завтра, да, то есть когда они у вас упадут, через месяц-два начнут там возвращаться, можно через какое-то время вывести. То есть накопить определенную сумму, вывести и, соответственно, эту же сумму потратить на какую-то более крупную покупку, либо же вернуть эти деньги себе на карту. То есть через WebMoney или Kiwi это можно сделать, но при этом комиссия. А если вы с Kiwi или WebMoney платите там на каких-то интернет-магазинах, то там без комиссии деньги уходят. Меня, кстати, это тоже спрашивали. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Ребят, объяснил как мог. Я бы объяснил проще, но не могу я. То есть это, по идее, надо регистрироваться. Ну, ничего сложного здесь нет. Самое простое, то, что вам надо, это статистика. Инструменты, партнерская ссылка, потом вот эту ссылку, которую создали. Здесь можно писать имя, понятное вам. То есть, соответственно, префикс этот. И, соответственно, ссылку на товар вставляете, нажимаете создать, получаете ссылку, сокращаете ее. Желательно сокращать, ребят.
Многие сайты воспринимают как спам и вперед. Возвращайте свое, можете даже на этом зарабатывать. Но, ребят, не дурите других. Давайте проверенных продавцов или предупреждайте людей, что продавец не проверен. На этом откланиваюсь. Всем удачи, всем пока.